Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com. Сегодня мы рассмотрим новый коврик от компании Razer Firefly V2 RGB. Этот коврик с рекомендованной стоимостью 3990 рублей уже доступен на официальном сайте производителя, а также в российских магазинах. Комплект включает руководство пользователя, наклейки с логотипом и гарантийный талон. Размер рабочей поверхности коврика в сравнении с первым поколением не изменили, составляют 355 на 255 мм, толщина 3 мм. Основание коврика прорезинено для исключения соскальзывания на рабочем столе. На компактной наклейке нанесена техническая информация и изменился блок подключения. В Razer Firefly V2 RGB он смещен левее, и его боковая грань теперь оснащена фиксатором для кабеля. Полезное обновление. Как можно догадаться по названию, коврик оснащен зонами с многоцветной подсветкой. Это логотип на рабочем покрытии и периметр. Вместе с увеличением количества зон с независимой настройкой заметно выросла и общая яркость подсветки. Поддерживается синхронизация остальной периферии и устройством, совместимым с Chrome. Подключается при помощи кабеля с защитной тканевой оплеткой. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов. Рабочая поверхность коврика с текстурным покрытием. Согласно информации от производителя, обеспечена высокая точность с разными типами датчиков. Коврик поддерживает актуальный центр управления Synapse 3. В главном окне вводятся подключенные периферии и модули. В окне управления ковриком можно задать уровень яркости подсветки, активировать отключение подсветки в спящем режиме, а также выбрать между быстрыми и расширенными эффектами. Возможности настройки широкие. В Razer Firefly V2 RGB используется твердый вариант покрытия. Он предлагает некий баланс между легкостью скольжения и контролем. Мы за время тестов использовали на нем несколько мышек, как с лазерными, так и с оптическими сенсорами. Проблем с работой точно замечено не было. Скольжение легкое по всем направлениям. Площадь достаточна, свободного движения и удобного расположения манипулятора на коврике. Несмотря на уменьшение толщины, общая гибкость сохранена. Риск его повреждения и излома сведен к минимуму. На рабочем столе занимает ограниченное пространство. Как итог, Razer Firefly V2 RGB стал лучше первой версии по всем параметрам. И получаем мы один из лучших ковриков с твердым вариантом покрытия. Яркая настраиваемая подсветка, фиксатор для кабеля, прорезиненное основание, высокий ресурс рабочего покрытия, простота удаления загрязнений на рабочей поверхности. С удовольствием обсудим с вами Razer Firefly V2 RGB. Всем спасибо за внимание и пока-пока!